Доброе утро, здравия желаю. Тут задают вопросы, в чем смысл, многие задают, что-то ничего тебе не понятно. Вот я решил короткий ролик, чтобы вкратце объяснить, что, как это все работает. Вот смотрите. Вот этот двигатель. Вот. Это работает как генератор. Он на 585. Видите? А это работает как мотор, как его движет. Вот они соединены вот здесь. Вот голову. Соединены. Вот тут. Что получается? Этот берет 225 ватт. Так. Но вес-то почти одинаковый, он крутит одинаково. Размеры-то почти одинаковые. То есть ему нет труда крутить. Ну а этот-то по-другому намотан. У него выдается отсюда уже 585 и больше даже. 600 с чем-то у него максимально. Вот в чем дело. Но когда они спаяны в сумме, счетчик будет показывать вместе сумму, так как он показывает и обратный ток, который идет с этого, соединен вот здесь вот на валу, а здесь вот щетки у них. На щетках показывается этот ток. Поэтому я и разделил на реле. Вот реле. Как вчера говорил, 0,2, 0,3 секунды. То есть принцип понятный. За счет чего увеличится энергия? За счет скорости. При 15 тысячах оборотах здесь еще и вес теряется. Вот это вот. А энергия повышается. Вот. И на реле, значит, перескакивает. Когда выключаем питание на 0,3 секунды, он продолжает работу по инерции, чуть-чуть снижается мощность на 10-15%. Но компенсируется тем, что время 0,3 секунды. Вот здесь вот у него выход на розетку. Здесь и замеряем. Вот, вот и вкратце такая схема. А если у кого есть вопросы, пишите. Вкратце все.